Ну что, ребят, салют всем. Я решил, что нужно поработать на спортивной машине. Люди же хотят быстро. Так вот, я быстро им и покажу. Не переключай, интересное будет видео. Ашан. Ребята собрались, мы сегодня делаем рандомное движение, записываем всех, у всех такие номерочки, можно посмотреть, вот циферка 3, все рандомно поделились, всегда придумывается что-то новое, поэтому в этот раз мы поделились рандомно, потому что у нас был один человек, у которого 5%, а у другого 13%, поэтому во все остальные приехали те, кто любят прокатиться просто в выходные. Ну, Uber для людей, которые не все время работают. Ну, есть, которые все время, конечно. 15 человек. Мы стартуем. По 3 человека в команде. Встречаемся в ВДНХ. И потом будем ехать к Хасану, кушать шаурму. Но это мы все подснимем. Все, погнали? И наш сегодня тайный. Наш сегодня тайный. Гость. Ну, вы его уже знаете. На кофе, кстати, Натали, вы можете, если не угощали, еще ну, написать. И... Да? Натали, вкусно. Мы сегодня решили покататься, порадовать моего любимого клиента Александру. Прекрасное место. Кто давно меня смотрит, тот его уже знает. Кстати, кто не видел, вот, вот такая красота стоит здесь, законная. Вот моя заруба и подходит к концу. Сегодня я успел сделать 0 заказов. Поездил на Сивике. Сегодня Сивик я продал. Движемся дальше, ребят. Спасибо за поддержку. Так что на этой машине будет ездить уже другой хозяин. Красотка. Посмотрите, какой переход на автостанции. Наша любимая Натали. Ну как ты сегодня? Ужасно. Ужасно? Я из-за твоей камеры вообще не работала. Да? Ага. Мне 1000 гривен. Ты поняла, как мне сложно? Да, очень сложно. Это очень сложно. Чего ты не приехал? Машина на ремонте. Мерседес. Мерседес, да. Наш еще поездка. Вот мы собираемся. Нет? Нашей бандой. Подсчет идет полным ходом. 340. Все ребятки собрались. Сегодня очень жесткая, плотная заруба идет. Ждем одного человека. Так, ну что? Вот команды, результаты. Минус пенсионные, ПДР. Одного знаем, второй приехал на Бэхе новый. Мы его не знаем, но рекордсмен, который, как всегда, приезжает и делает на ЗАЗ вида. Вы красавцы, пацаны. Так, вот наш октябрь, ребята. Вчера суббота было ноль. Сегодня практически не работал, уклон возил. По партнерке писать на номер, который вы видите. Всем хорошей недели. Вот эта точка, вот этот большой человек. Подписчики мои, все, кто будет приходить на эту точку, на ВДНХ, которая есть, получит 10% скидку. Я вам добавлю видео, вы увидите, где она находится. Сейчас мы будем есть, я вам покажу. Вот так видно точку. А вот светофор. Вот такая менюшка. Как всегда. Микс двойной. Или еще один микс двойной. И картошку. Обязательно. И попить туда же. Наша команда победители обсуждают, кушают шаверму. А теперь еще говорю, Миша! Я кайфую просто. Три больных! Три! Ну все, на этой прекрасной ноте
Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, он вам понравился. До новых встреч. Пока.